Готовим сырники без обжарки. Нам потребуется творог, мягкий творожочек, ванилин, мука, сахар. Подзабыла. И потребуются любые ягоды. У меня клюква, потому что у нас на Урале нынче урожай клюквы. Очень вкусная и полезная. Можно смородину, клубнику, либо какую ягоду. Начинаем. Творог растираем с яйцом. Добавляем сахар, ванилин. Все хорошенечко растираем. Добавляем муку. В мягкий творог добавляем сахар. Сахар по вкусу. Формируем сырники. Чтобы тесто не прилипало к рукам, я применила масло. Нужно сделать небольшие углубления в сырниках. Вот так. Ватрушечки. И в эти ямочки выкладываем мягкий творог или творог, говорят, так и так правильно. Творога, конечно, у меня мало оказалось в холодильнике. Ну ничего. В описании я напишу рецепт. Пропорции. Ну и ягодки. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем. Пока сырники в духовке, приготовим нечайный чай. Достаем из морозилки ягоды, которые у вас есть. Любые. У меня вот клюквочка, вишенка, виктория и земляника. Мои заготовки. Немного нужно растолочь. Аккуратно. Стекло. Запах лета. Полезно-вкусный завтрак приготовлен. Всем приятного аппетита!